едем по финской территории. Дороги чистые. И такие, как у нас в грязи, не мокрые. Сейчас обратно парень. По российской территории. Ехали все, дорог грязь, стекла грязные у всех. Все замерзает, минус 17, так все сухенько. Стеклышко чистое. Ощущение, что совершенно другая страна. А наши не могут перенять. Только надо штрафы сделать гигантские. И выйти просто дорога. Один раз убрали, все, ничем не посыпают. Просто сухая абсолютно хорошая дорога. Без, да, без ничего. У нас же целая проблема с этим. Стрелки постоянно висят. 80 км, да, не превышать. Ограничение скорости у нас же. Мы просто должны знать, что вот 90 или там 110, фиг простит, что там как. Все как-то по-идиотски сделано. Едем по финской территории. А машина вот такая. Канал «Россия» показывает просто отлично. Просто отлично показывает. За счет чего? Не знаю. Просто едем в машине. Никакого оборудования нет. Просто обычно работает телевизор. И хорошо показывает «Россия». По финской территории все сухо. Все. Все посыпает, грязище, все мокрое, минус 17, замерзает. Даже не замерзает, как замерзает. Да, Финляндия не сильно отличается от Ленинградской области. В принципе, сейчас то же самое. 50 километров. Дороги, конечно. Радиус 15, радиус 53. Разная резина, разная цена. Приезжаем к границе. Финляндия, Санкт-Петербург. Сейчас посмотрим, какие дороги у нас идут в Санкт-Петербург. Как они посыпаны и все остальное.